У Гомеле проходит семинар кинологов правоохранных ведомств. У наш областный центр приехали супрацовники и их гадаванцы из всей страны. Кинологи обмениваются опытом и дают майстер-классы. Сегодня прошел другой день семинару. Вероника Гамзюкова с подробностями. Гэтая пара представляет Гомельское областное управление департамента аховы. Сергей Клинчуков и немецкая овчарка Инар разом працуют больше, чем 5 годов. Шчанюк трапил на навучание до кинолога, когда ему был месяц. Все життё собаки прошло на службе. За 5 годов Инар ни разу дельничал у профессийных конкурсах. У многих становился переможцем. На этом семинаре он и его господар протягнут учиться. Все 3 дни в учебно-тренировочных сборах проходят в формате круговой тренировки. У первый день удельников подделили по узровне подрыхтовки и высветляли проблемы у их працы. Сегодня их решение шукали на практике. Мы каждому, естественно, уделяем внимание по их профилю. Вот, и уже смотрим, какие есть проблемы, и как их решить, и как улучшить состояние собаки в работе. Как собаки, так и люди тут есть, и как опытные сотрудники, так и молодые сотрудники, так и четвероногие друзья. Для любого человека, так и для животного, если не то социализация, есть большие проблемы в работе. Это приводит к стрессу. Стресс, как бы, если он отрицательный, он намешает. На семинары присутствуют специалисты из разных ведомств. Во всех своя специфика. Мытники со своими собаками працуют на догляде транспорту и багажу. Собаки военных и милиции повинны уметь затримливать злочинцев. Представники департамента аховы отточивают вышуковые навыки у городе, а пограничники – у лясах. Плюс у семинару – у махчимостях взаимодействовать и обмениваться опытом. Нередко подчас выполнения боевых задач кинологи разных ведомств працуют разом. Работа с собакой – это уже как бы налаживание, а тут более такая эмоциональная, как бы можно так сказать, поддержка и собаки, и как бы и кинолог уже больше собаку чувствует, и собака чувствует, ну, кинолога как бы именно в работе лучше всего. Наши навыки в основном здесь задержание, конвоирование нарушителя. Ну, обыски местности, в принципе, тоже можно отрабатывать. В учебно-тренировочные сборы такого формата, когда собираются представники всех ведомств, проводятся в Украине упершиню. Мы это удосконалить программу методики подрыхтовки службовых собак. Зараз кинологичному мастерству научают у Центре Министерства обороны под Минском, погранцентре у Сморгоне и у Могилевском центре внутренних войск. В Украине покуль нема высшей кинологичной эдукации. Подобные семинары закликаны пополнить недохоп навучания. Вероника Гамзюкова, Валерий Панько, телерадиокомпания «Гомель».